Всем здравствуйте! Хочу показать вам, если увидите наши дали, наши сопки. Я пришла в пенсионный. Надо взять справку о размере пенсии. Это вот у нас уже тайга, дальше лес. Это край города. Город небольшой. Летом у нас прямо как на юге жарко. Но бывает так, что резко может пойти дождь и будет холодно-холодно. Но жара стоит почти весь июнь. Вот рябинка. А вот пенсионный. Все у нас в Якутии, как в цивилизованных городах. А то многие считают нас тут совсем забитыми. Нет, мы современные, умные, интеллектуальные, грамотные. Ладно, пошла я. Электронная очередь, как везде. Прошу зрителей не пропускать рекламу. Это очень важно. Сейчас объясню, почему. С 1 июня 2021 года начали действовать новые правила рекламы на YouTube. Теперь YouTube вставляет рекламу в ролики и начинающих блогеров. YouTube на месте не стоит и все время делает выгоду для себя. То есть, если тема ролика интересна, то и большая вероятность того, что зритель посмотрит рекламу. Значит, блогеру еще сложнее выбрать контент канала, полезный контент. Не за горами, что YouTube вытеснит бесполезные каналы. Не будет просмотров ролика, значит, и реклама не будет просмотрена, и оплаты, естественно, не будет. В Америке подписчики уважают своих блогеров и не пропускают рекламу. Там зритель знает подсчет деньгам и знает, как нелегко работать блогеру. Поэтому относится с пониманием. Поэтому давайте будем учиться и работать вместе. И всем успехов и удачи! Я зашла сюда в скверик возле почты. Немножко посидеть в тенечке. Жарко очень. Наша природа. Наша особая северная природа. Мы ее любим. Мы привыкли. Мы и народ немножко другой. Мы добрее, похвалю. Мы и щедрее. И мы далеко не... Это правда. Поэтому, если кто-то считает, что мы завидуем, нет. Мы старожилы севера. Знаем, как зарабатывать, знаем, как тратить. Я лично прожила жизнь уже и немалую. Заработала себе пенсию, работала, никогда не отлынивала. Ну, а почему я занялась YouTube? Об этом написано о канале. Жизнь у меня продолжается. Сидеть сложа ручки я не хочу. Поэтому, дорогие мои зрители, смотрите добросовестно рекламу и знайте, что от этого зависит заработок вашего блогера. Поэтому надо учиться, и я буду учиться, на месте стоять я не буду. Надо заинтересовывать зрителя, чтобы зритель пришел ко мне, посмотрел мой полезный, интересный контент, посмотрел рекламу. И все довольны, согласитесь? Кто останется со мной, кто будет со мной, прошу, смотрите рекламу. Надо быть более уже современными, идти в ногу со всем миром. Полюбовалась такими красивыми цветочками, одуванчики у нас уже отцвели. Всем всего доброго
и будьте счастливы, и будьте добрее друг другу, любите друг друга, уважайте друг друга.